книге великого мудреца Лао-цзы я прочел, что для того, чтобы жить в гармонии с самим собой, нужно завершить дела, которые мы начали. Тогда все мы получим больше спокойствия и умиротворения в нашей жизни. Я стал искать дома дела, которые я начал и не закончил. Таким образом, я нашел и закончил начатую бутылку белуги, полбутылки вискаря, бутылку мартини и бутылку просека, и полмиски салата оливье. Вы не представляете, какая гармония появилась внутри меня. Передайте это всем, кто хочет иметь мир внутри себя. Не оставляйте незаконченными делами.